Лет 10 назад, даже, наверное, более чем 10 лет назад, мы были погружены в большое путешествие по европейским ресторанам. И тогда еще зародилась идея построить свой кафе, свой ресторан. Может быть, основной особенностью то, что отличает нас от большинства ресторанов, это то, что мы непосредственно каждый день занимаемся своим бизнесом, своей работой. Большое удовольствие приносит общение с гостями, и как финал это то, что гости уходят довольны. Метро я знаю очень давно. Я работал с другой стороны, я являлся поставщиком метро, и вот буквально последние 5 лет я перешел на другую сторону, я стал клиентом метро. С открытием нового ресторана, бесспорно, я бы хотел перейти на более высокий уровень в обслуживании гостей, в формировании кухни, формировании блюд и атмосферы. Меня зовут Александр. Моя цель – открыть следующий ресторан в центре Москвы.